Пункты приема, куда можно принести свои копилки, отдать пылящиеся монетки на помощь тяжело больным детям, подопечным благотворительного фонда «Линия жизни», открыты у торгово-развлекательного центра «Море Молл». 4 июня волонтеры будут работать с 13 часов до 17. В этот раз добровольцы собирают мелочь на помощь девочке из подмосковного Ногинска, Ксении Барановой, 1999 года рождения. У девушки деформация позвоночника, идиопатический сколиоз 4 степени. Необходимо на операцию в Центральном институте травматологии и ортопедии имени Пирогова сумма 1 150 483,5 рубля. Акция проходит не только в Сочи, она проходит в других городах. В Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани, в Волгограде тоже была акция. Общий итог по всем городам у нас примерно составляет около 1 000 000 рублей. К слову, за все время проведения акции удалось собрать более 15,5 миллионов рублей и помочь 72 тяжело больным детям стать здоровыми, а их родителям – счастливыми.